Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Медиогра. Не могла не записать, друзья, видео, конечно. Что у меня здесь происходит? Я не могу уже второй день, вторые сутки авторизоваться. Значит, не проходит у меня рекапча. Все мы знаем, что бывают у нас проблемы с этой капчей. Вчера я прослушала 5-6 треков. Потом я вышла из кабинета. Вот, пошла по делам. И после все. Мне не зайти было. Вот. Видим, да? Пропустить. Что я сделала? Я мучилась. Пошла я в другой браузер. Сначала я пошла в Яндекс. С Яндекса, опять же таки, мне капча не дает зайти. Вот. И дала я отдохнуть, как бы вышла, не стала работать. Пошла я вот в этот браузер. Браво. С этого браузера я могу авторизоваться. Понимаем, да? Ну вот у многих есть такой браузер. Вот, браво. Вот значок, вот он внизу у меня. Я с него могу авторизоваться, значит. И что? Я все замечательно авторизовалась. И мне табличка. Ваш аккаунт временно заблокирован. Нормально. Вот. Я вчера здесь с ними переписывалась. Ну, я начала переписываться с этого браузера. На что они мне ответили: у вас мультиаккаунт. Как у меня может быть мультиаккаунт, если я захожу по email-адресу, вот здесь у меня, да, email-адрес и пароль. Вот. Я считаю, если мультиаккаунт, я вообще такими вещами никогда не занимаюсь и не занималась, чтобы я делала какие-то там мультиаккаунты. Вот, они мне разблокировали аккаунт, как бы, да? Говорит, ну, сказали, переключите на английский язык. Вот. Я переключила. Опять же таки, мне не зайти. Ну, видим, да, вот. И, значит, у них система определяет, если с другого браузера заходишь, что у вас мультиаккаунт. Я впервые, конечно, с таким столкнулась. Если мне в какой-либо проект не зайти, я копирую ссылку, иду в другой браузер, захожу по логину и паролю, ну или по почте и паролю, и у меня никто никогда не определял, что у меня там мультиаккаунт. Я без проблем захожу, отработаю, выйду, все закрою. Вот. А здесь вот у меня повышен уровень, как бы. Ну и собираюсь в дальнейшем, естественно, я развивать этот проект. У меня к проекту нет никаких претензий. Проект супер, проект платит, все замечательно. Но такая проблема, что они определяют, что у меня мультиаккаунт. Кто со мной работает, все знают, что я всегда работаю честно. И такими вещами у меня даже мыслей таких нет. Чтобы какие-то... Ну вот как работать? Я работаю всегда, как бы, сейчас на Google браузер. Вот. И вот такая вот проблема. Не совершайте моих ошибок, не заходите с других браузеров. А иначе тоже напишут, что у вас мультиаккаунт. И вот такая вот у меня проблема. Как работать, я вообще не понимаю. Видим, да?
Вот что делать. Подтвердить. Но Google, она такая капча, это дурная. Частенько, как-то вот пораньше было тоже проблемы, потом это все прекратилось, и вот тут опять вот началось. Вот. Хотя я вчера вот мучилась, мне все было не зайти. Я зашла в другой проект, нормально. Прошла рекапчу. Куда я пробовала заходить? Я пробовала заходить в свой проект. Вот в CoinADS я вчера зашла без проблем. Вот, мне надо было ссылочку брать. Вот. И я, возможно, сейчас тоже не зайду. Вроде как и зашла. Вот. Ну, тоже, видите, мозг парит. Вот такие вот дела, друзья. Вот не зайти, видимо. Вот как работать, я вообще понятия не имею. Так бы я зашла бы с другого браузера, сейчас эту музыку прослушала и все. И вышла бы. Но они вот, я не могу зайти вот с этого браузера, я рисковать уже второй раз не буду, потому что они посчитают, что это опять у меня мультиаккаунт. Вот. Ну а здесь мне тоже не зайти. Вот не знаю. Вот видим, да? И вот такие мучения. В принципе, это все, что я вам хотела показать. Не совершайте моих ошибок, не заходите из других браузеров. Я вас предупредила, а иначе тоже беды не оберешься. Вот. Сегодня я, походу, опять в пролете. Никакого заработка, никакого дохода. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.